В Южно-Приморский парк специалисты компании «Фондекс» приезжают не в первый раз. Администрация развлекательного центра уже построила небольшое офисное здание на винтовых сваях «Фондекс». А вскоре здесь появится большой аттракцион на надежной опоре. Главная проблема – пучинистость намывной почвы этой местности. Колебания грунтовых вод традиционный бетонный фундамент может просто не выдержать. Именно поэтому выбор пал на винтовые сваи. Мы не сразу пришли к этому решению. Мы опробовали всякие средства, и постройка на сваях нас привлекла больше всего. В первую очередь, это экономичность, экологичность. Мы не портим нашу природу. С минимальными потерями устанавливаем наши аттракционы. И в мобильность мы можем в любой момент перенести аттракцион с одного места на другое, в зависимости от потоков наших гостей. Мы совершаем второй проект с этой фирмой, нас она полностью устраивает, и планируем работать с ней дальше. Специалисты компании «Фондекс» работают без строительного мусора. Даже механический монтаж они выполняют в рабочие часы парка развлечений без лишнего шума. Таким образом, строительные работы не отпугивают посетителей, которых здесь хватает даже в будние дни. Ведь именно для них и строится масштабный аттракцион площадью почти в 2000 квадратных метров. Парк развлечений идет в ногу со временем и активно готовится к приближающемуся Дню знаний. Вскоре на этой площадке откроется первый аттракцион на винтовых сваях с тропическим названием «Джунгли». Администрация пока не раскрывает тайны нового аттракциона. Известно только, что он будет под крышей и не исключает возможности работы в зимний период. С учетом большой популярности парка развлечений, строение должно отвечать всем нормам техники безопасности. За этим строго следят надзорные органы. Компания «Фондекс» дает гарантию на свою работу, а значит, разделяет ответственность за жизнь и здоровье посетителей парка. Ведь свай на винтовой фундамент – самая надежная основа для любого сооружения.